14 мая состоялась церемония подписания азербайджано-вьетнамских документов с участием президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева и президента Социалистической республики Вьетнам Чуонга Тан Шанга. Меморандум взаимопонимания относительно сотрудничества между СОКАР и Петро-Вьетнам в нефтяной и газовой промышленности подписали президент государственной нефтяной компании Азербайджанской республики Ровнак Абдуллаев и президент и генеральный директор компании Vietnam Oil and Gas Group Нгуэн Куок Кхань. Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства Азербайджанской республики и Министерством сельского хозяйства и развития села Социалистической республики Вьетнам в области сельского хозяйства и развития села подписали министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов и заместитель министра сельского хозяйства и развития села Вьетнама Ву Ван Тап. Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи между правительством Азербайджанской республики и правительством Социалистической республики Вьетнам в области таможенного дела подписали председатель Государственного таможенного комитета Азербайджанской республики Айден Алиев и заместитель министра финансов Вьетнама До Хуанг Антюан. Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве между Министерством транспорта Азербайджанской республики и Министерством транспорта Социалистической республики Вьетнам в области транспорта подписали министр транспорта Азербайджана Зия Мамедов и заместитель министра транспорта Вьетнама Нгуен Гок Дон. Соглашение между правительством Азербайджанской республики и правительством Социалистической республики Вьетнам в области воздушного сообщения подписали министр транспорта Азербайджана Зия Мамедов и заместитель министра транспорта Вьетнама Нгуен Гок Донг.